В недавнем матче российской премьер-лиги «Торпедо» неожиданно увез из Краснодара ничью 2-2. В самом конце матча спастись «Торпедо» помог 39-летний Игорь Лебеденко. На 85-й минуте он вбил мяч в нижний угол после элегантной скидки Изюбчука. Этот гол принес не только ничью его команде, но и обновил рекорд РПЛ. Теперь Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории чемпионата России. В момент, когда он забил этот гол, ему было 39 лет и 282 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Наталушко. Он забивал за «Сатурн» в возрасте 39 лет и 246 дней, еще в далеком 2000-м. Тогда в матче с «Локомотивом» форвард распечатал ворота Руслана Нигматуллина. Рекорд Наталушко держался больше 20 лет. Пока не ясно, планирует ли 39-летний Лебеденко заканчивать свою карьеру после этого сезона, но у него еще есть время улучшить этот рекорд.